Плитка вместо асфальта, комфортные лавочки и новые светильники. Все это появится в зоне отдыха «Солнечная» в 2022 году. Подведены итоги рейтингового онлайн-голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Зареченцы сделали свой выбор и определили территорию, которая будет благоустроена. Всего проголосовало у нас 11281 житель города Заречного. По результатам голосования большее количество голосов, это более 65%, набрала зона отдыха «Солнечная». Общая концепция благоустройства зоны отдыха уже есть. Изменения затронут главный променад – от входа в парк и до нового ЗАГСа. Кроме установки новых лавочек и мощения плиткой, планируется отреставрировать ограждение моста. Концепцию необходимо доработать и превратить в подробный проект. Это вычерчивание узлов, деталей каких-то, если они есть, и осмечивание стоимости выполнения работ, прохождение экспертизы. Благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проводится на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и муниципального. Предполагаемая стоимость работ – 10,5 миллионов рублей. Обновленная зона отдыха «Солнечная» завершит масштабный городской ансамбль. Мы так называем рекреационную улицу 30-летия Победы. Она начинается от зоны отдыха «Солнечная», дальше театральный сквер, сквер Победы, парк, и можно прийти в зону отдыха «Лесная» или по обратному пути. Проект благоустройства зоны отдыха «Солнечная» будет разработан в ближайшее время. До 1 ноября необходимо провести торги и определить исполнителя работ. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».